Всем привет! Сегодня 11 января. Я покажу, как сделать удобно выгрузку отчетов для того, чтобы нам скинуть и поучаствовать в проекте по купонам. Так, в принципе, ссылка на программу находится вот здесь в группе в основной. Здесь, значит, у нас называется NAMS Control. Вот эта ссылочка. По ней переходим, попадаем вот сюда, дашборд. Это вот мой дашборд одного из аккаунтов. Переходим, соответственно, в экспорт. Выгрузка. Ставим здесь дату за всю историю. То есть, если я начал торговать первым товаром с 16 год, 1 июля, насколько я помню. Все, сегодня 11 января. Окей, окей. Последний отчет нам дает как раз возможность сделать выгрузку информации, связанной с... Ну, точнее, чтобы удобно было работать именно с Фейсбуком. Выглядит примерно таким образом. Никакого риска у вас нет. Никто не узнает ни вашего товара. Ничего не узнает. То есть здесь вот именно в таком виде. Адрес. Ну, и вся такая вот информация. То есть никакого отношения не имеющего к вашему товару. Ссылочку на программу я скину с видео или под видео будет, и ссылочку на конкретно экспорт тоже самое будет. Вот, программа позволяет еще нам сделать анализ наших продаж, сколько мы продаем за день, за месяц. Я, в принципе, на данный момент больше информации не пользуюсь пока, и периодически высылаю в группу раз в неделю данные о количестве, ну, различных функций, функционале программы. На данный момент мы пока лайв по ней не снимали. Жду, когда будет самый, так скажем, для меня неудобный момент, это мультиаккаунтность. Как будет, соответственно, будем рассказывать более подробно об этой программе. В принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Большая просьба все файлы вот эти вот скидывать мне личку или в Facebook, или в Skype. Всем спасибо за внимание.